Лекарства могут подорожать на 30%. Об этом сегодня заявила депутат Гульдара Нурумова. Причина – завышенные требования к предпринимателям. По словам Мажилисвумен, владельцам небольших аптек, особенно в сельской местности, сложно соответствовать требованиям международного стандарта. Покупка оборудования, обновление мебели и перепланировка помещений – на все это в среднем уходит около 5 миллионов тенге. В стране сегодня чуть больше 10 тысяч аптек, но только 8% из них соответствуют требованиям GPP, из-за чего, по мнению депутата, фармкомпании вынуждены закрываться, а их сотрудники пополняют ряды безработных. На сегодняшний день работу прекратили 150 аптек, и около 300 находятся на стадии закрытия. И эта цифра будет только расти. Кроме того, все это может привести к монополизации рынка, увеличению теневого оборота и отсутствию аптек в шаговой доступности. Для фармкомпаний в стране достаточно действующих правил и норм. Нет необходимости вводить другие требования.